Махамбет Утемысов и Исатай Тайманов для казахского народа – символ свободы, патриотизма и вольного духа. Этой осенью в Уральске появится памятник двум народным героям, который украсит южные ворота города. Наши корреспонденты узнавали, какая работа сейчас ведется и когда сдадут масштабную композицию. Еще в прошлом году был объявлен республиканский конкурс на лучшую работу скульптуры Махамбета Утемисова и Исатая Тайманова. Всего было подано 6 заявок. Конкурс выиграл авторский коллектив, известный архитектор Серик Рустамбеков и скульпторы Ринат Абенов и Ербол Зиябеков. В феврале этого года в городе Нур-Султан началась работа по изготовлению памятника. На данный момент скульптуры изготовлены и доставлены в Уральск. Монумент Махамбет и Исатай представляет собой двухфигурную конную композицию. Скульптура изготовлена из бронзы. Высота самого памятника составляет 5,5 метра. Сейчас идет работа по облицовке постамента гранитом. Стоит отметить, что общая высота композиции будет составлять 13 метров. Кроме этого, будет полностью облагорожена вся прилегающая территория. Будут установлены скамейки, освещение, заборы, зеленые насаждения. И уже в скором времени памятник легендарным батырам украсит въезд в наш город. Изначально, когда на конкурс были представлены работы, было несколько мест, то есть были варианты расположить его в районе аэропорта, то есть на выезде из города Уральск, между аэропортом и городом Уральск, примерно вот в районе села Подсёпное. Еще были другие места, но по художественному решению, по высоте памятника, данное место, оно очень в художественном, в стилистическом смысле подходит. Потому что, во-первых, здесь южные ворота Западно-Казахстанской области. Официальное открытие композиции запланировано осенью этого года. Альбина Кумургалиева, Ербол Миндагалиев, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.